Приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике» в нашем сегодняшнем обзоре пятерка хлебопечек с функцией замеса теста. Рейтинг 2022. Все товары, представленные здесь, идут с Яндекс.Маркета. Ссылки все будут в описании под этим видео. Можно будет перейти, ознакомиться и заказать. А первым в нашем рейтинге хлебопечка Murphy Richard 48281, 17090 рублей ее стоимость, скидка 5% сейчас на Яндекс.Маркете. Вот такого внешнего вида. Что касаемо характеристик, то максимальный вес выпечки у нее идет 900 грамм, а мощностью 600 ватт у нее идет 12 программ. Вот такое огромное количество программ здесь, да, можно ознакомиться. Из особенностей здесь есть выбор цвета корочки, таймер, регулировка веса выпечки и ускоренная выпечка. Также можно установить таймер максимально на 13 часов. А одно идет здесь число тестомешателей и пластиковый корпус. Что касаемо рейтинга, то рейтинг здесь неплохой, отзывов не так много, конечно. Недостатков здесь никаких нет абсолютно, да. Единственное, что хочется, чтобы семечки были не только в хлебе, но еще и сверху. Ну, вроде как, открывать после второго вымешивания уже нельзя, а то тесто опадет. Поэтому вот это моменты какие-то, да, которые хотелось бы, чтобы были, но это вот уже моменты индивидуальные. Касаемо рейтинга, да, рекомендаций по товару, то здесь они все идут на пятерку, всех устраивает данная хлебопечка, справляется со своими задачами, вкусный хлеб очень получается, поэтому в магазине больше никто хлеб не покупает. Следующая у нас хлебопечка Unold 68415 Top Edition, 27490 рублей стоимость, скидка 15% сейчас на Яндекс.Маркете. Вот так выглядит данная хлебопечка. Что касаемо характеристик, то здесь у нее идет 11 программ, максимальная мощность 615 ватт и выпекает 1,2 кг максимальный вес выпечки. Есть программы для варенья и замеса теста. Один идет тестомешатель здесь, металлический корпус, также есть таймер на 13 часов. И есть возможность выбора цвета корочки, опять-таки таймер, регулировка веса выпечки, ускоренная выпечка и поддержание температуры. То есть вы можете что-то испечь и оставить, чтобы оно было теплое. Рейтинг здесь высокий, отзыв, в принципе, здесь один, да, только. Поэтому касаемо данного отзыва, то здесь как бы минусов нет, да. Данная хлебопечка со своей задачей справляется и получается вкусный хлеб. Также следующая у нас хлебопечка Panasonic SD, 23877 рублей ее стоимость, 16% скидка сейчас на Яндекс.Маркете. Здесь можно выпекать максимально 1,1 кг, очень много здесь идет программ. Также особенности, да, выпекания, как и у всех предыдущих моделей, когда у всех хлебопечек и корочку можно выбирать, и вес регулировать. Один идет тестомешатель здесь, пластиковый корпус. Также есть здесь дополнительно мерный стакан, ложечка в комплектации идет, 4 программы приготовления без глютена и есть ручное управление для замеса и подъема теста. Что касаемо рейтинга, да, у данной хлебопечки, то он тоже высокий, отзывов здесь не так много, но опять-таки все рекомендации по товару от покупателей, все идут на 5 звезд. Качество, многофункциональность, все нравится, печет очень вкусный хлеб полностью в автоматическом режиме, то есть ничего делать не нужно, засыпали все продукты и, соответственно, сама вымешала и сама все приготовила. Каких-то отрицательных моментов здесь не было замечено, да, вот таким образом выглядит данная хлебопечка, сверху открывается, да, здесь добавляются все, скажем так, продукты, которые нужно, это вот как бы комплектация, которая идет, здесь мерная ложечка, стаканчик, то есть сколько нужно чего добавлять. Следующая хлебопечка Panasonic у нас SDR2530, 20900 рублей ее стоимость. Это, кстати, выбор покупателей на Яндекс.Маркете, заказывают ее часто. Максимальный вес выпечки здесь 1,1 кг. Также здесь форма выпечки буханка, потому что квадратная идет, прямоугольная, да. 25 здесь программ выпекания. Программы есть и бездрожжевые выпечки, и варенье, и безглютеновое, также ржаной хлеб, и кекс, и тесто можно замешивать.
Максимальное время таймера 13 часов, 1 тестомешатель, пластиковый корпус, 28 автоматических программ для выпечки хлеба, замеса и подъема теста, также приготовление варенья, джема там и так далее, и так далее. То есть огромное количество программ, которые здесь присутствуют, можно будет с ними на сайте Яндекс.Маркета ознакомиться. Здесь также сверху они указываются на самой хлебопечке. Что касаемо рейтинга, то рекомендации от покупателей почти все на пятерку. Единственное, что первый минус идет за удобство, потому что удобство здесь самый маленький минус. А так вкусный хлеб получается, превосходная выпечка, понравился внешний вид и функционал самой хлебопечки, поэтому менять на какую-то другую явно не захочется. Здесь как бы вот в этом нареканий нет, именно в процессе работы. Ну и последнее в нашем рейтинге — хлебопечка Китфорд, это наш российский бренд, КТ-304. Опять-таки это выбор покупателей, заказывают очень часто. Стоимость ее почти 10 тысяч рублей, 9990, скидка 17%. И плюс есть подарок на Яндекс.Маркете, можно будет получить блендер 2 в 1, шейкер от также Китфорд, одну штуку. Максимальное время, максимальный вес здесь 1 килограмм, можно получить выпечку. Форма выпечки буханка, так как опять-таки да, прямоугольная форма, 15 программ здесь идет. Максимальное время установки таймера 14 часов, 1 тестомешатель, металлический корпус и есть безопасность, такая как защита от перегрева. Вот таким образом выглядит данная хлебопечка, да, она выглядит так стильно, в принципе, я бы сказала, да, металлический корпус. Вот такая форма, да, в виде буханки, тестомешатель. И в комплектации есть крючок для того, чтобы доставать. И автоматический дозатор ингредиентов. То есть вы можете крышку закрыть, да, и, соответственно, добавлять в процессе, если нужно там уже, там, когда вымешивается тесто, какие-то комплектующие. И вот таким образом получается готовый хлеб. Рейтинг здесь высокий, как бы отзывов очень много. Все отзывы практически положительные, да, если взять по рекомендациям от покупателей по товару, то все отзывы идут высокие. Здесь по факту, вот как бы в данном случае, очень, скажем так, практичная, удобная и стильная хлебопечка получилась. Вот такая пятерка хлебопечек у нас получилась с тестомешателем. Все товары представлены идут с Яндекс.Маркета, ссылки в описании. Также не забывайте подписываться на канал «Все о стиральных машинах и бытовой технике», ставить лайки, оставлять ваши комментарии. И всем до новых встреч. Пока-пока.